Да. Здесь будет колокольчик. Вот тут подписаться. На автомате? О, точно, нет, ручки сцепления. Да ладно. Вам чай сразу. О, мне чай сразу. Так, чай. Я, короче, потрачиваю на аэродин. На ты. Всем привет, народ. Короче, у нас сегодня открытие мотосезона. Смотрите, вокеры. Я знаю, что ты столить. Ну вот, а суть, короче, в том, что, сейчас я пойду со всеми здороваться, я без мотоцикла. Короче, ну вся история, как я уже говорил, вот, херовая у меня. Ну вот, но не в этом тема. Короче, это будет видос об открытии мотосезона. Сейчас со всеми будем здороваться. И давайте посмотрим, сколько же раз, я потому что эту тему знаю среди мотоциклистов, сейчас самый актуальный вопрос будет, а что ты без моца, а будешь покупать, нет. Блять, короче, это одна тема у мотоциклистов, больше у них нет вопросов, там, ну, как бы, что, как по жизни, ну, вот, у них тема одна. Вот, и давайте посмотрим, реально, сколько людей задаст вопрос, на чем я приехал, либо что ты без мотоцикла. Ну вот, короче, это такие вопросы-синонимы. Вот. Вопрос только один. Какой хер ты вообще без мотоцикла здесь делаешь? Байкер приехал. Погнали. Она не дала мне. Вам чай сразу. О, мне чай сразу. Ну, чай, ну. С травками. Сколько много мотоциклистов. Что? Решился, да? Почему? Ёбрик. Да вы мне не дали ёбрик. Не дали, я вон его даже напидорила вчера вот так. А где? Чё ты не позвонила? Сказала, заезжай, забирай. Звонить-то она мне неделю писали. А не ты ему мой чай отдала? Так, с кем я не здоровался? С кем здоровался? Здорово, Юрич. Здорово, я первая. А мы не здоровались. Что это? Что? Приветик. Понятно, я тебе чай сухо принесла. Ты слушай, а меня нет. А. Цела ревность приревновала? Конечно, быстрее меня. Там нормально? Да, да. Это будет автогонфонить. Интересно. Нормально. Ты я как? Так, идем дальше. Сколько мотоциклов разных. Никого не знают, это вообще. Тон-тон-тон-тон. Фотограф местный. Что вы тут, как всегда, обсуждаете тюнинг голды? Ну, да, мы еще могут... ищем крепление, значит, как это. Как думаем, у тебя снять нити самые фиксаторы? А он продал уже. Ну, уже некуда снимать. Снимать нечего. Нет. А что вы хотите, какие крепления? Да вон на фиксатор. У дрозда нету фиксатора, понял? Как они выглядят, и как эти лебеди. Не знаю, у меня стояли тюнинговские телевизоры. Так, вот она, банда голдоводов. Здорово. Давай пятерочку. Здорово. Как ты меня назвал? Здорово. Почему? Привет. Здорово. А где самый высокий? Ну, кроме меня. Самый высокий? Роман. Мальборо. Да, кто говорит? Валей. Здорово. 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 Судал что-то. Я, да, приходится держать себя в форме. Ну, а что делать? Да. Голду продал? Все, голду продал. На чем сейчас ездить? Ни на чем, на машине. Вот они, вправь, вправь. Радость человека. Нету этой голды, светящейся с музыкой. А вот смотрите, самый неадекватный гонщик города Ростова-на-Дону. Что-то рассказывает, там уже снимает контент. Здрасте! Я тут, короче, потрачиваю на аэродин. На, ты не на ту, на ту? На какую? А твою уже за врачи, на врачи. Николай, тормоза я снял. Ну правильно, потому что тормоза придумали слабаки. Надо валить. Что у нас тут? Много мотоциклов. Смотрите, какой варио. Такие два варио. Как на удивление, только один раз спросили за мотоцикл. Это прям приятно.
это прям... Вот они, блядь, орут байки. А, ты снимаешь? Чё ты там говорил? Я говорю, люблю тебя всей душой, блядь. Привет, давай пятерочку. Давай пятерочку. Чё, как у вас делишки? Рассказывай. Можно материться? Смело. В смысле, нужно материться? Мы хотим бухать и трахаться. Все, ну, понятно. Вот, все согласны. А о чем это еще сделали? А мы ждем, нас заставили выждать. Ну, как ты любишь, одноглазый. А где твой мустанг? Можно сфоткаться на нем? Можешь даже покататься. О, кружочек можно дать. Подожди, блин, ну нахуй. Общее фото намечается. Интересно. Обнимушки, поцелуйки, идем дальше. Да, новые люди, новый сезон. Вон мустанг. О, ребятки, это не шуточки. Вот они, настоящие байки. А голдоводы уже в другую сторону перекочевали. Я говорю, только там шел голдоводы, кучкой там стояли. Я говорю, оп, перекочевал. Да. Молодость вспомнить. Голда голдой, но я. Слушай, а я не катался. Ё-моё. Смотрите. Это вообще прям нормально. Хромчик. Ну что? Ну, мы давай будем... Прям сейчас, где он? Ага, вот, идем снимать обзор. Значит, Павел купил себе новый, мать его, СРР. И будет скоро в обзоре, друзья. Он все обещает, говорит. Мне, он все обещает, говорит, как потеплеет, говорит, сразу давай, вот сними. Давай, это. Прямо сейчас. Давай на следующих выходных. Давай на следующих выходных. Все, все документировано. Видео. Просто завтра у меня выходной занят, скорее всего. А то все время, как потеплеет с ним. Смотрю, фото-мотоохота, только Паши и фото. Жертвы и обзоров, друзья. Вот. На все мы снимем обзор. Миллион обзоров. Пока у меня нет мотоцикла, я по катушке не буду снимать, буду снимать обзор. Вот. Смотрите, какая шадовочка. Вот Алексей со своим. Здравствуйте. Скажите что-нибудь, свое оправдание. Когда вы начнете себя вести культурно? Никогда. Почему я все время Ростов Ньюс смотрю ваши выходки? Давай, блокируй воды, потому что... Давайте выйдем на стол. Янчик, привет. Привет, привет. Твой колокольчик первый? Давай вот сюда, короче. Вот здесь будет колокольчик. Вот тут подписаться. Нет, подписаться там же, где колокольчик. Нет, вот так. Вот так. Колокольчик. Да, и вот. Да, все. Все супер. А это все, вот и все видео. Бежал пешочком. Так, это новая голда? На автомате? О, точно, нет ручки сцепления. Крутяк. Ну и как? Нравится? Подожди, это прям новая-новая или предыдущая? Сейчас же у новой... А, с большим кофром. Да, да, здорово, все. Все, я шарю. Ну без музыки, правда. Со стандарта. Все, а все впереди, да? Ну мне некуда, я вам А это наклеечка такая? А, это заводской, да, все? Слушай, ну прикольно. Не, мне нравится. Новая очень нравится. Вот бардачок, я знаю, там пультик. А вот это ручник, я тоже знаю. Обзор смотрел? Снимал.
так, я уже примчал домой, мотоциклисты все поехали на базу отдыхать. Но на самом деле не так все печально, как я представлял. Я думал, что ну хотя бы человек 30 спросит.